началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорова, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Бэтмен за видеогейм. Продолжаем проходить сюжет. Играем, значит, в сторону злодеев. Возвращение Джокера. Третий эпизод. И глава вторая. Удар биплана. Вот так вот, сюжет. Поехали, посмотрим, что у нас будет на этом уровне. И я даже не знаю, какой у нас будет персонаж. Ага, все, я понял. Мы сейчас будем играть за вертолетик Пугало. Точнее, ну, биплан, получается, да? Вот, тут у нас опять идет диалог. Так, но не такой уж и длинный. Ага, вот полицейский вертолет. А, и тут вертолет Джокера. И как раз таки биплан Пугало. Так, ну да, мы будем играть за эти два транспортных средства. Так, давайте сначала просто будем все ломать, собирать монеты. Опа, так, что-то собрал. Одно из скольки-то там. Так, это скорее всего для этого, да, вертолета? Я не понял. Давай, ну бери, блин. Ага, значит это не для этого. Если нарисован логотип Бэтмена, значит походу точно не для этого. Но значит мы сможем взорвать вот это. Так, здесь еще что-то есть. Опа, один из пяти. А тут что, тут ничего нету, да? Хорошо, ну тут в принципе мы все залутали. Так, давайте возьмем опять эту бомбу. И вот сюда. Так, и... Так, да, нас пускают дальше. И тут пушка. Ну, пушки нам не страшны. Так, это что? Это надо тянуть, да? Ну да, так и понял. И тут у нас бонус. Отлично. Первый. Опа, 2 из 10. 10 таких уже собрать, я понял. Так, а тут у нас что это? А, это для Пугало, скорее всего. Ну-ка, 3 из 10. Так, отлично. Так, 2 из 5 это вертолет. Вроде бы был полиция. О, во, это даже собрал уже. Так, а куда мы можем это... Ага, я понял. Опа. Так, отлично. Но мне желательно, чтобы он не палил в разные стороны. Так, у нас тут еще что-то. Я даже не понимаю. Ну-ка, давайте попробуем прям взорвать. А, не, взорвать не получится. Только, так сказать, на время. Ладно, летим дальше. Опа, какой-то... Опа, так. Мы повернули. И зачем? Так, 3 из 5. Блин, тут опять эта пушка. Так, 6 из 10. 4 из 5, отлично. А, и вот бомбы. Опа. Так, ну это нам не сюда. Тогда зачем нам это? Опа. А тут можно дальше полететь, окей. Так, супер злодей, отлично. Опа.
И 5 из 5, да? Только мне почему-то за это ничего не дали. Восемь из десяти, ну-ка. А, о, она не стреляет, потому что нужно открыть вот это вот. Так, ну-ка. А, он все равно как-то не стреляет. А, или я просто их, типа, остановил. Ну ладно, давайте тогда сейчас... попробуем просто взорвать, я думаю. Так, а, что-то ломается. Это для Бэтмена, скорее всего. Так, ну да, тут взорвалась стена. Я не успел прочитать. А, ну и вот у нас босс. Опа, 9 из 10. И, скорее всего, один мы пропустили. Ага, он бронированный, я понял. Я догадываюсь, как нужно будет его убивать. Только мне нужны бомбы, которых я тут не наблюдаю. Ну-ка, а тут у нас что? Мне нужны бомбы. Так, ага, это чем? Ага, все, понял. Так, и что у нас тут? А тут, в принципе, ничего такого. Так, и полетели. Ну, зашибись. Так, отлично. Ну-ка, лобысь. И она будет сейчас паса... Я просто так взорвался, да? А, и одно хп я все-таки снял. Окей. Так, давайте теперь вот сюда. Отлично. Так, ага, и чё? А, понял, как это работает. Так, и что дальше? А, ага. Опа, отлично. Не знаю, как, правда, как я попал, так, ну ладно. А, это, походу, все. Это будет короткий такой уровень, походу, как я понял, если это, конечно, конец. Но у нас катсцена. Так, не понял. А, понял. Ah!
Это что, она не отсылка на Люка Скайуокера? Ну, потому что у него вроде светлые волосы, да, типа были. Или... Вот, да, биплан пугало. И вертолет Джокера. Вот, ну, возможно, это отсылка все-таки на Люка, а может и нет. Суперзлодей тут 100%, это понятное дело. Супер набор злодея. Всего запана. Ну тут понятно. И в принципе. А вот мини-набор у нас только один бонус почему-то. Потому что там вроде 5 вертолетов, но ничего не дали. И давайте клиника Аркхам. Так. Да, это все-таки коротенький уровень. Так, 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 заканчиваем. Мы, кстати, за загадочника и глиноликого. Ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь... Ой. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.